крупнейших музеях Советского Союза хранятся лучшие произведения мастеров народных художественных промыслов. Этим блюдам, курильницам, кувшинам 1500 лет. Возраст женских украшений лет 200-300. А такие вещи делаются сегодня. Место, где созданы эти шедевры, называется Дагестан. Быстрее поднимайся в горы, свои сомнения успокой. Свобода твоя раскроет ворот своей невидимой рукой. Не бойся головокружения от высоты. Не бойся здесь лишиться зрения от красоты. Советский Дагестан – маленькая горная республика на северо-востоке Кавказа. Древняя Дербентская крепость – памятник национальной культуры. Время пощадило стены и арки, возведенные замечательными зодчими средневековья. Баб эль-Абваб, так называли в старину Дербент арабы. Ворота ворот. Купцы из восточных столиц, Дамаска, Багдада, через эти ворота вели свои караваны вглубь страны. Их привлекало редкое своеобразие изделий дагестанских златокузнецов, гончаров, ковровщиц. Вершина далекая, кажется близкою. С подножья посмотришь, рукою подать. Но снегом глубоким, тропой каменистою идешь и идешь, а конца не видать. В долине раскинулся древний аул Балхар. Здесь живут гончары. Самые прекрасные кувшины делаются из обычной глины. Так же, как прекрасный стих создают из слов простых. Все разнообразие форм балхарской керамики создается с помощью едва уловимого изменения скорости гончарного круга. Палитра художницы традиционно скупа. Красная и белая жидкая глина. Так на наших глазах возрождаются формы и орнаменты, близкие к античной классике. Он голову задрал, взяв руки под бока, но все же на тебя не смотрит свысока. Кувшину, брат, не подражай в одном, не наполняйся до краев вином. Гончарному промыслу около 3000 лет.
Многоцветие горных лугов напоминает о самом распространенном художественном промысле Дагестана – ковроткачестве. Не видевшие лето в крае гор, внимательней вглядитесь в мой узор. Такой узор могут создать лишь руки художницы-горянки. Сотни лет в дагестанских аулах ритмично стучат ткацкие гребни, тихо позванивает основа, тянется шерстяная нить. Для каждой из народностей Дагестана, а их более 30, характерны свои ковровые рисунки, свои краски, своя особая техника. Это аварская плетеная циновка, чепта, кумыкский войлочный арбабаш, лезгинский ворсовый ковер. В лезгинских аулах делают также гладкие ковры, сумахи. И повсюду в Дагестане ткут красочные паласы. Тысячелетнее эхо хранит в горных ущельях звон клинков, топот копыт. Жестокие войны, кровавые набеги заставили непокорных людей подниматься все выше и выше в горы. Так, словно орлиное гнездо, возник некогда аул Амузги. Теперь люди спустились в долину. Время разрушило горное селение. Заброшена старая кузница. А когда-то в ней ковали знаменитый булат для кинжалов и сабель. Приняв кинжал, запомни для начала, нет лучше ножен места для кинжала. Это легендарный горный аул Кубачи. Ему свыше 1500 лет. Здесь живут златокузнецы, потомки мастеров, оправлявших некогда в золото и серебро амузгинский булат. И хотя не куют больше кинжальных клинков, искусство кубачинских златокузнецов не умерло. Способы чеканки, резьбы, гравировки остались такими же, как сотни лет назад. Такие водоносные кувшины можно увидеть только в Кубачах. И все они отделаны по-разному. Двух одинаковых не найти. Здесь каждая сакля – своеобразный домашний музей, – в котором трудно отделить бытовые вещи
от декоративных. На специально отведенной стене работы предков семьи и старинный фарфор из разных стран. Расул Алиханов – прославленный кубачинский гравер, заслуженный деятель искусств, депутат Верховного Совета СССР. Детство посвящается будущей златокузнецы в секреты мастерства. Лично и неторопливо совершается таинство искусства. Рождается неповторимый кубачинский орнамент. Узнают по голосу певца, по узору златокузнеца. В произведениях Расула Алиханова, Гаджи Бахмуда Магометова и многих других мастеров-кубачинцев продолжается жизнь древней культуры, дошедшей до нас через хребты веков. Кубачинского искусства не ищите в нитках серебра. Носят тайну этого искусства в сердце кубачинцы-мастера. Столетия таинства полны, и не исчезнет жизнь, покуда есть ощущение новизны и удивления, и чуда.